Вот такое доброе утро у меня сегодня. Здесь сладости. Я накрасилась. Сегодня я буду с красной помадой. Но она такая более малиновая, я вам ее, по-моему, показывала. В общем, сейчас я буду делать прическу, засниму, как я это буду делать в отдельное видео, это сниму, потому что это будет длинный влог. И весь день буду снимать, потом покажу, как мы справили мой день рождения. 23 мне исполняется. Так что буду снимать теперь, будем снимать прическу. Как сделаю, к вам вернусь. Я добавила приправку обычную, как бы без соли, вот это вот. И сейчас еще лук сюда, потом помидорка и майонез. И можно мясо поставила в духовку, посмотрите, какое оно вкусненькое, совсем скоро готовится. И нарезаю колбасу, сейчас еще шпик нарежу и буду картошку чистить. Я сегодня поеду в этом. Либо, скорее всего, в сапогах, либо в туфлях. Погода что-то не очень. Здесь у меня сладенький стол. Стенка для фотосессии будет пока что вот здесь. Наконец-то я ее доделала. Тут стол накрыт. Я сейчас мясо быстренько съем. Готово мясо уже. И этот столик мы пока сюда поставили. Вот, а тут я с вилкой и ложкой сижу. Мне кажется, они падают. Попробуй. Вова, может, ты пока подзажигал? А зажигалка где? А, Вова сейчас нам зажжет. А сколько здесь их? Вы посчитали? У нас вот этих штук меньше, чем свечи. Ага, всегда так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как они? Цветочки. Какие классные. Там не было ваших. Как не было? Нам же Годзилла, Аня в магазин. Почему этих много? Только начиная не середина, а то пальцы все подожгут. Они же должны. Ага, тоже как-то странно, да? Набор. А может здесь на два раза набор? То, что 13 вставляешь свечек. Поздравляю тебя, и на каждой открытке я сегодня пишу. С наслаждением двигаю, полетел в город цветов. Поле так и
шарик. О. Сними меня, я посмотрю, тоже так же будет. Ору, просто. Видите? Подожди, за. Да, прикинь. Да, точно. Давай с тобой, давай попробуем. Реально, что такое? Где-то вы все, наелись и расслабились. Нет, это на камеру тоже, да? Ну давай кидаем на камеру. Сейчас вот Серега меня выставит.